Что тут у тебя? Трафарет и новые фломастеры. Вот так надо будет дуть, да? Ну, сейчас мы посмотрим. Давай, открываем фломастер. Молодец! Достаем его. Ого, как Владюша дует! Вот это у тебя легкие работают. А ну что же у тебя тут получилось? Показывай. А, класс! Какая красивая бабочка! Какой ты молодец! Ты прекрасно все понял. Ну ничего страшного, для того бумажка и есть, для того, чтобы на ней рисовать и красить. А голубеньким ты фломастером еще ничего не делал. Может, голубеньким что-то сделать можно? Смотри, еще у нас такой есть трафарет с листиком. Или ты бабочку еще хочешь? Бабочку. Тебе понравилась бабочка, да? А ты фломастер подготовил? Не подготовил фломастер. Как фломастеры такие подготавливают? А ну? Вот так открываем, переставляем. Да? И дуем! И что у тебя получилось? Та-ра-дам, та-ра-дам! Еще одна бабочка! Ой, это, класс! Это немножко пока здесь, и здесь. Да, какие же у тебя две бабочки здесь, красивые. И здесь. Да, вот а такие. Здесь. Да, вот такие интересные фломастеры. Придумали люди, да, какие-то интересные. Подожди. Оп, оп. Да. А если так вдаль, смотри, вот сюда, к примеру, можешь подуть? Вот сюда. Ого! Вот это да! Вот это я бабочку. И даже до бабочки долетела. Какой листик прикольненький, да? А что еще можем придумать? А ты все бабочек разрисовываешь, оп, да? Оп, оп, оп и оп. Оп и оп. И а еще что хочешь нарисовать? Вот так и листик можно разрисовать. Может, его еще желтеньким добавить в листик? Желтенький. Вот у нас есть желтенький. О, что еще можем сделать? Дай еще этот. Какой? Коричневый? Это коричневый цвет. Еще какой? Куда? Вот это да! Ой. Оранжевый. Вот как здорово. И для легких полезно, да? Что мы еще можем придумать? Я еще хочу машинки. Да ты что? Ну, давай попробуем. Ты хочешь машинку раскрасить? И что же из этого получится? Ой-ой-ой,
посмотрим. Ого, Влади красит машину. Ничего не видя, котёчку. Ой, там есть сестёчка. Вот такая машина получается зелёная. Там есть сестёчка. Застряла звёздочка? Угу. А что за звёздочка? Вот там. Закрываем и дуем на, да, на колесики. Ага. Вот это да, вот это сюрприз. Да, у тебя тут прямо своя мастерская по покраске авто, да? Посмотри, тут все. Да, и колеса действительно зелеными становятся, да? А на капот можешь, на капот? Ух ты! Вот это да! Вот это так мы можем покрасить машину. Ну что мы можем с тобой сказать, что фломастеры... Да, краска не засыхает, да, машину придется потом мыть, да? Ага. Ну, вот так позаниматься можно, да? Какое себе придумать развлечение? Вот такие интересные фломастеры. Вот так можно дуть и добиться вот такого эффекта. Итак, вот результат нашей сегодняшней работы. А ну-ка, сейчас я покажу. Вот что мы сегодня сделали. Бабочек и машину покрасили. Вот все такие фломастеры классные, да? А ты хочешь еще что-то покрасить? А, еще голубым цветом, да, Владимир хочет покрасить? Смотрите. Ну, она течет, эта краска, да? То есть для машинок она не предназначена. Все-таки, да? А на бургер подуешь? Все, бургер закрасили. Вот так вот. Вот и результат нашей сегодняшней работы. Владюк, тебе нравится? Ты доволен этими фломастерами? Я закрасила бургеры. И картошку фри? Скажи, ты доволен этими фломастерами? Вот такое интересное занятие. Ой, а что ты там закрасил? А, внутри Владюша закрасил. Вот, так что у нас машина сегодня на покраске, да? Мы сегодня занимаемся покраской машины. Ой, стекло. Все синего цвета. Вот это развлечение, Владюша. Вот это развлечение. Круто, сын. Ты придумал. Так что вот такие фломастеры, и так их можно применять. Я. Интересненько. Ты дальше будешь, хочешь еще машинку покрасить? Ага, ты думаешь, чтобы еще покрасить? А ну-ка. Вот, и коричневый также действует. Машинка сзади. Вот так ее Владюша разукрасил. Что, придумал кэтбоя покрасить, да? А ну-ка давай. Сиди, уйди.
желтенькие глаза. Вот, желтенькие какие-то грязненькие глазки у него уже, да? Дяди Бада. О, а может синим цветом ему лицо покрасить, чтобы видно было, как он красится? А? Эксперимент продолжается. Вот что происходит с Кэтбоем, когда Владик на него дует фломастером. Все, и Кэтбой теперь уже зеленый. Зелено-синий. И вот такая машинка. И вот такое все. А, и фломастеры же тебе еще рисовать умеют, да? Владюша, ну просто порисуй фломастером. Покажи, как они умеют рисовать. Вот. Порисуешь? Вот, то есть фломастеры рисуют, как обычные фломастеры. Вот эти трое, это не сияет. Это что-то интересное. Вот такое творчество у нас у Владика интересное получилось. Ой, еще слоник у Владушки получился. Такая бабочка еще будет. А ну-ка. О, какая бабочка красивая. Сколько бабочек. Тут уже бабочек. Сколько тут уже бабочек.